На канале НТВ состоится премьера долгожданного продолжения остросюжетного детективного сериала «Пес». Это будет уже пятый по счету сезон про увлекательное расследование детектива Макса Максимова и его верного четвероногого друга по кличке Пес. Новый сезон, как и предыдущие, получил 20 остросюжетных серий, наполненных приключениями, криминалом и юмором. Начиная с четвертого сезона, напарника Макса играет немецкая овчарка по кличке Мухтар. Он является сыном легендарного графа. Актеру Никите Панфилову пришлось довольно долгое время налаживать отношения с новым псом. В сюжете нового сезона Макса Максимова и его верного лохматого друга по прозвищу Пес ждет целая вереница криминальных расследований, порой запутанных, опасных и, на первый взгляд, тупиковых. Лучшим друзьям в очередной раз предстоит вытаскивать друг друга из разных передряг. Им по-прежнему будут помогать бывшая жена Макса, Лена, бывший лучший друг Леонидов, а Жонин продолжит участвовать в расследованиях дел привычным ему способом. Главные роли в сериале исполнят Никита Панфилов, Андрей Саминин, Михаил Жонин, Ольга Алексей и другие. Премьера новых серий пятого сезона приключенческого детективного сериала «Пес» состоится 14 декабря на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.